Автомат специальный А-91 признан наиболее удачным и наиболее прогрессивным оружием для спецназа последнего времени. При небольших габаритах и при очень малом весе он позволяет уверенно поражать цели без оптического прицела на дистанции 250 метров. Узел для разборки. Фиксатор. Автомат в правом ракурсе. Отсоединенный магазин. Проверка на незаряженность. Холостой спуск. Так открывается приклад для стрельбы с плеча. Фиксатор приклада. На него нажимают для того, чтобы приклад закрыть. Для отсоединения глушителя его просто отвинчивают. Снимают боковины, это очень просто. Нажимают на фиксатор для разборки. После чего снимают верхний узел, который состоит из откидного приклада, крышки ствольной коробки и возвратной пружины. Извлекают затворную раму с затвором. Затвор извлекается из затворной рамы. Процесс разборки закончен. Сборка оружия производится в обратном порядке. Подсоединяется затвор к затворной раме. Затворная рама вставляется в корпус. Подсоединяется верхний узел. Это очень кропотливый момент. Здесь надо попасть специальными выступами в необходимые пазы. Это оружие очень просто и надежно по устройству. Безотказно в работе. Подсоединяются боковины. Боковины удерживаются на месте, накрученным на них глушителем. Вставляется магазин, складывается приклад. Предохранитель этого оружия выведен влево. Положение для одиночной стрельбы, среднее положение поставлено на предохранитель для автоматической стрельбы. Вот сейчас он стоит для одиночной стрельбы.
на предохранение для автоматической стрельбы очередями. Левый ракурс автомата. Наглядно представлена работа предохранителя. Предохранено. Поставлен для работы очередями. Момент подсоединения глушителя. В рукоятке вы видите муфту. Эта муфта надевается на ствол, когда нет необходимости для бесшумной стрельбы. И эта муфта удерживает в собранном состоянии пластмассовые боковины. Подсоединение боковин.